Да-ду-да-ду-да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. Ну что ж, выбираем нашего героя. Это у нас будет... Кольт. Давай выберем Кольт. Да, Кольта выберем. Играем. Так, все, идем потихонечку. Вон у меня еще пока самый-самый такой слабенький. Тихо, куда ты стреляешь? Давай. Есть, готово. Фига он, видишь, молодец, выстреливает прям. Пофигу ему. Давай. Все, готов. А, ну, вот этого сейчас я. Эль Приму. Давай, подходи, где ты там? О, где ты прячешься, гад. Ты чё, гад, а? Есть, готов. Хорошо прям. Я выиграл, круто. Спасибо, как-то так необычно, неожиданно, я бы так сказал бы. Первый раз я играл за Кольта, и я выиграл, да. Играть снова, естественно. Ждем. Одиночное столкновение, поехали, каждый сам за себя, да-да-да. Давай, Кольт. Так, что-то я не понял. Почему я... Так, не туда я стреляю вообще, алло. Так, сейчас быстренько открываем второй сундучок. А у нас осталось пока 9 бойцов. Хорошо. Где у нас? Вот, смотри. Так, это... А, сейчас, смотри, сейчас мы подойдем и будем стрелять. Во! Давай. Есть, нормально. Так, видишь, этот за мной бежит. Ха-ха-ха. Что такое? Опять выиграл? Ничего себе. Видишь, как я выигрываю прямо один за другим. Ну, круто. Хорошо. И, конечно, играем снова. Кольт, красавчик, вообще молодец. Мне нравится. Слушай. Вообще прикольно. Вообще здорово. Во. Так, а ну-ка где? Вот еще, смотри, сундучок. Хорошо. Ой. Этот за мной, наверное, да, будет бежать, гад? Во. Нормально, где он? Да что такое, подожди. Поражение? В смысле? Да как так? А ну подожди. Четвертое место. Ну, хотя бы немножко. Но почему-то у меня управление не работало, я вам скажу. Так, играть снова. Что-то я не понял, я как-то неправильно ходил. Еще раз переиграем. Как-то... Ну, подожди, вот, крутится, да? Вот, колесики я нажимаю. Сейчас открываем сундучок этот. О! Кто там все стреляет, а? А, это ты, гад. Давай, нафиг. Блин. Убил я его или нет? Что-то я не помню. Сейчас немножко постоим здесь. Так, 6 бойцов осталось.
Вот, хорошо, берем. 4400 у меня жизней. Опачки. 4800. О, и все, я что, выиграл опять? Так, молодец, хорошо. Ну там я одного убил. Играть снова. Ух ты! Три коробки. Берем, идем, идем, идем. Три коробочки. Ага, смотри, нифига себе. Так, подожди, в смысле, блин, алло? Да. Так, а я быстренько сейчас этот. Да куда ты стреляешь? Стреляй сюда. Давай быстрее. Тут я... наводить надо еще правильно. Кто, где? Опачки, смотри, сколько валяется. Три бойца осталось. Так, столкновение, с кем это я? А, с этим роботом я буду воевать сейчас. Но это не страшно. Так, ё-моё. Ай-яй-яй. Быстрее убегай. А этому роботу пофигу, да? А, черт, блин, не успела добежать. А роботу-то пофигу на это на все. А я добежать не успел. Играем снова. Кольтик, давай, Кольтик. О, так, хорошо. Сундучок мой. Сейчас быстренько его откроем. Отлично, хорошо. Вот еще один, смотри, сундук. Берем его. Я буду еще попробовать с телефона просто поиграть. У меня еще на телефоне есть играет. На компьютере она... Так, как бы управление здесь нужно еще смотреть. О, нифига, трое бойцов осталось. Сейчас еще одну откроем. Во. Трое бойцов. Я даже вижу, где они. А, вон они бегут. Так, сейчас подождем. Опачки. Давай, 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 давай. Да ты-то что до меня достал? Иди нафиг отсюда. Ах, убила меня все-таки. Но видишь, они вдвоем против меня шли. Поэтому так получилось. Угу, играем снова. Одиночное столкновение. Каждый сам за себя. Сразу же мы открываем сундук. Так, идет Эль Примо. На, получи, гад. Опа, нифига, мы друг друга убили. Прикинь, как не повезло-то, а? Мы убили друг друга. И так получилось, что мы это сделали одновременно. И мы были, получается... Ну да, конечно, будет поражение. Будет у меня минус. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет именно минуса. А мы последим сейчас за героями. Что он будет делать? Он играет на своей балалайке. И ноты, которые выходят из балалайки, они атакуют такой, таким выстрелом. Да, видишь, но он, видимо, прячется. Но, видишь, газ, который поступает, отравляющий, он почему-то ходит по этому газу, он сейчас начнет задыхаться. Да, то, что он и делает. Бежит, хилится. Осталось двое. А, он стоял, выжидал. Когда меньше бойцов будет. Но с роботом ему, наверное, не справится. Слушай. Да, не справился с роботом. Может, даже и не хотел. Играть снова, сейчас попробуем еще раз.
Чтобы открыть быстрый огонь по ближайшему врагу в режиме супра, нажмите на желтый джойстик. Ну, это понятно. Это мы знаем. Сейчас находим игроков. 6 из 7 из 10. Ждем. Все, наступаем. Так, сразу. О! Вот он идет, смотри. Сейчас я его постреляю. Давай. Раз. О, вас двое, нафиг. Я отойду. Против двоих я не хочу воевать. Мне достаточно и одного. Так, этот засранец идет до меня, робот этот. Опачки, опачки. Смотри, что творит. Меня сейчас можно так легко убить. Это просто вообще сказка. Убить можно вообще легко. Вот так я и думал. Так я и думал, короче. Вот смотри, видишь, он его стреляет. Молодец, как бы. Видишь, противник. Сейчас посмотрим. Ну, этого убьют, конечно же. Смотри. Давай. Роза должна сейчас, знаешь, как делать? Просто-напросто ходить и этого убивать. У Розы 5. Давай. Вот, видишь. Роза правильно сделала. Я так и думал, что она так и сделает. Ну, а мы получили 2 жетона. 2 награды, то есть. И опыт, естественно. Я считаю, неплохо. У нас получился один этот самый, как его, сундучок. Пока его не будем открывать, откроем его в следующем ролике. Ну а ты, мой друг, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. И скоро завтра выйдет новая серия, а может быть даже и сегодня. Всем пока-пока.